Всем привет, дорогие друзья! С вами Нюбик в Майнкрафте. Я Сталь Про. Точнее, вот мне, в общем-то, профессионал сказал, чтобы я у него пожил. Вот, кстати, он. Поздоровайся с подписчиками. Всем привет, я профессионал. И не волнуйтесь, я вылечу Т-1000. Что ты меня вылечишь? Я не больной. Кстати, давайте я вам покажу, что у моего профессионала Бога есть. У него есть всякие профессиональные сундучки. Да. Но самый профессиональный сундук — это вот. Он мне сказал, что золото и алмазы — один очень хорошие ресурсы, а земля не очень крутой ресурс. И у него еще есть вот такой вот полтальчик, только он сказал, что его нужно зажечь, чтобы он работал. И у него где-то были зажигалка. И он мне рассказал про Майнкрафт. И теперь я стал профессионалом. О, вот она. Я возьму вещи. Да, возьми. Возьми вещи, возьми броню какую-нибудь. Да, я возьму броню. И, кстати, он сказал, что у него куча брони, чтобы защищаться от какого-то херабрина. Строите такой, я не знаю, но он мне показывал, кстати, что это за штука. И это прикольная штука, только нужно добить плохой земли, как он мне сказал. Хотя земля хороший блок, но профессионал, это профессионал, он знает больше. Я ему поверил, конечно же. И я вам покажу, что это такое. Вот вы удивитесь. Потому что никто это не видел. Из вас никто не знает, что это такое. Тут, в общем-то, свиньки. Свинка-зомби. Они так называются. Свинка-зомби. И вот, смотрите. Да, иди туда. Да. Вот свинка-зомби тут есть. И есть такой вот блок, который светится. Профессионал сказал мне, чтобы я сходил в ад. У него адем, ад называет. И добил вот этого блока, потому что ему нужен этот блок. И я убивал свинка-зомби, да, я их убивал, Да, вот, кстати, свинка-зомби, его довольно просто убить. Вот так вот его нужно бить, и выпадает вкусная еда. Вот, и смотрите. Ой, он мне сказал, что это нельзя есть, точно. Блин, нужно поесть еди. Ой, напал. Нет. Ну, я и нюбик. Профессионал, спасай. Спасай. Я тебе не могу помочь. Нет. Но я могу тебя вылечить. Что вылечить? Спасай её! Я как раз хотел сказать, чтобы ты за едой там сходил. Нет, профессионал, спасай! У тебя в сундуках есть еда? Опа, да? Ещё профессионал? Тихо. Это не закрыто. Не знаю.
профессиональ ты где? Вот я. Я тебе говорил, не ешь это. Холосо, больше не буду есть. Теперь не доставай эти вещи. Ну как? Ну я иду, достаю. Замуровал профессионала. Вы представляете? Это незаконно. Поэтому нужно тихо. Нужно его будет. Нужно его будет убить. Или же нет, нужно его будет в комнате для допроса закрыть. Точно. Идите. Профессионал. Вот я добыл ресурсы. Положи в сундук. Холосо. И, кстати, ребята, там какой-то чувачок. Такой, как я, только с белыми глазами. Говорил мне, чтоб я убил профессионала. Потому что он злой. Поэтому давайте его засунем. Профессионал. Что дальше делать? Ну, кстати, а знаешь что? А пойди добудь еды. Хорошо. Получай, ты злой. Ты что? Ты что? Нубик, ты что? Мне, у тебя профессионал лежит. Газет, иди, профессионал, беги. Ты что? Это же яйцо жителя. Жителя? Он выглядит как ты. У меня скин такой. Скин? Что ты говоришь? Профессионал? Поторгуемся. Что? Жители торгуются. Стой, нет, профессионал, иди отсюда. Нет, нет, тебя зовут. Злой профессионал. Ты, я тебя убью. Ну все, нубик, ты нарвался. Я тебя убью. Профессионал, я тебя убью. Что ты сделал? Что ты сделал? Нет, нет, нет. Профессионал, я сейчас килкой. Что? Килка? Нубик, я тебя должен вылечить. Вылечить? Нет, ты меня не вылечишь. Что вылечить? Что вылечить? Я... Ай, что? Что? Ай, что ты мне... Ай, ты мне какой-то зелье кинул. Нет, я вас понял с тем, что ты мне сказал. Есть команда. И теперь твое зелье не действует. Получай. Нет, нубик. Держи. Ай, опять ты мне зелье кинул. Ой, что, что? Я говорю по-другому, по-другому говорю. Что? Что? Я говорить стал по-другому. Нет. Нет, я, как ты сказал, стал говорить. Нет. Профессионал, что ты... Ты меня убить хочешь? Нет. Нет. Ты должен стать профессионалом опять. Что? Я не профессионал никакой. Получай. Получай. Что случилось? Что? Привет, а ты кто, житель? Я не житель, я профессионал в скине жителя. И почему я тут? Что ты со мной сделал? Почему я в клетке с тобой? На что, кто-то захватил? Что случилось? Посмотришь, когда будешь пересматривать это. Смотреть это видео, узнаешь. И посмотреть предыдущие два. А что там, что там?